Всем большой привет! Сегодня у меня творожные пончики, или творожные шарики я их называю. Частенько готовлю вместо сырников на завтрак, либо просто к чаю. Детки их обожают, сверху хрустящая корочка, внутри очень нежные. Всем рекомендую, присоединяйтесь ко мне, давайте будем готовить вместе. Мне понадобится творог, жирное значение не имеет, и мне его нужно хорошенечко размять. Я воспользуюсь толкушкой для картофеля, ну можно и вилочкой. Добавляю сюда сахар. Если любите сладкое, то добавляйте сахара побольше. И немного соли обязательно. Ванилин на кончике ножа для аромата. Вбиваю сюда яйца. Если яйца крупные, то достаточно одного. Я добавлю два. И сюда же отправляю сметану. Все это я еще раз хорошенечко разомну толкушкой. Вот такая получается довольно жидковатая творожная масса. Теперь я сюда добавляю пол чайной ложки соды. Соду я гашу уксусом. Вместо соды можете добавить разрыхлитель. И все это хорошенько перемешиваем. В завершение я добавляю просеянную муку. Муку добавляю понемногу. В результате должно получиться такое достаточно липкое тесто. Его я руками не вымешиваю, просто хорошо все перемешиваю ложкой. Посмотрите, вот такое получается тесто. Оно достаточно липкое, вязкое. Теперь я его накрою и оставлю постоять на столе минут на 15. В кастрюльке я хорошо разогреваю растительное масло. Чтобы расход масла был маленький, берите емкость небольшого диаметра. Теперь при помощи ложки, можно чайной ложкой, я беру вот такую, чуть больше чайной ложки, я зачерпываю тесто, окунаю в муку и формирую шарики. Когда масло очень хорошо разогреется, я делаю средний огонь и опускаю в разогретое масло шарики. Они очень сильно увеличиваются в объеме, поэтому следите, чтобы между ними было место. Обжариваю шарики, периодически их переворачиваю до золотистого цвета. Готовые творожные шарики я выкладываю на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир, а при подаче посыпаю сахарной пудрой. Можно подавать их просто так к чаю, а можно со сметанкой. Сверху хрустящая корочка, внутри нежные, очень вкусные, я всем рекомендую. Я буду очень рада, если вам они придутся по вкусу. Ставьте лайк, если рецепт понравился, подписывайтесь на канал. Я буду ждать ваших отзывов в комментариях и до скорой встречи!